Франции, София из Аргентины. У меня дочка София. Кандида из Италии. Чао из Китая. Сабри из Турции. Джулия из Италии. Ева из Чехии. Ева из Голландии. Таня из России. Кристин из Финляндии. Фульвио из Аргентины. Алехандро тоже из Аргентины. Кафи из Великобритании. Я думаю, это гогня. Между это значит романтическая утопия и религиозная утопия. Я написал большую статью об этом сюжете. Да. У гогня. Вот он метался между романтическими вот утопиями и религиозными утопиями. Вот, и поэтому надо учитывать, чтобы это название, как какого-то, вот, чтобы совпадает. Как будет религия? Да, это по-китайски. Это мертвый, да? Хун – это душа. Нин – это духовой. Да, три иероглифа. Да, очень просто, три иероглифа. Да. Очень просто. Очень просто. Три иероглифа. Скажите, какой толчок учит русский язык? Это очень война важно. И мир. Война она и прочитала мир. Войну и мир. Война и мир. Вот это история сына. Вот. Мэри, хорошо, если бы историю мы с ним рассказали, как вы сюда попали, как вы прочитали войну и мир, и поняли, что надо изучать русский язык. 56 лет. Как раз вот... Весь день я читала. Я лежала в больнице весь день. Это моя дочь, она привезла мне войну и мир. Ну, английский, конечно. Она сказала, мама никогда не будет лучше возможности. Ничего, дело. В Ясной Поляне Лев Толстой сегодня звучит на испанском, французском и японском языках. Здесь, в музее-усадьбе, начал свою работу первый международный семинар переводчиков творчества великого писателя. Участниками стали 16 специалистов из 8 стран. Трудности перевода с русского. Это не шутя, вполне серьезно следует считать главной темой международного семинара переводчиков, который прошел в Ясной Поляне. Место проведения – это выбор многолетней давности, и он, конечно, продуманный. Лев Николаевич владел 15 языками. Переводами занимались и многие члены семьи Толстых, включая Софью Андреевну. Она перевела на французский трактат мужа о жизни и еще несколько его философских произведений. Процессы, которые происходят последние годы вокруг Толстого в области перевода его произведений не могут не восхищать, и я не перестаю удивляться, что именно вот в эти годы, как раз когда проходит вот последние 4-5 лет, буквально бурный всплеск новых переводов и крупных вещей Толстого, которые многократно переводились. Меня поразило на книжной ярмарке в Лондоне, что в одной стране, в Англии, в этом году одновременно готовится один перевод вышел, второй выйдет вот-вот, и к концу года третий. Три перевода одного романа Анны Карениной. Совершенно поразительное явление. В одной стране издатели заказывают три новых перевода произведений, которые десятки раз уже переводилось. Я, когда переводила письма Толстого, сидела в библиотеке в Ясной Поляне и сидела довольно долго. И вот была свидетелем разных сборов, да, вот встреча писателей, там, я не знаю, собирались там мыслители, религиозные деятели. И вот я думала, что было бы здорово действительно собрать переводчиков. Потому что действительно очень такая профессия, где мы все одинокие сидим, очень редко, когда имеем возможность обсудить проблемы нашего ремесла. Мне показалось очень интересно. Я подошла к Владимиру Ильичу, говорю, Владимир Ильич, было бы очень здорово собрать переводчиков со всего мира. Все-таки Толстой знаком там
читателям во всем мире благодаря переводчиков, было бы очень здорово. И как-то так ему понравилась идея. Не сразу мы осуществили, потому что, ну, это трудно как-то сорганизовать. Но он, в конце концов, мне дал добро и сказал, если ты будешь организовать семинар, мы тебе здесь поможем во всем. То есть, что, как и есть, да, вот я как-то приглашаю людей, как-то подсказываю иногда темы докладов, откорректирую иногда вот то, что они сами предлагают, а Ясная Поляна дает все остальное. Я помню, вот, я помню, как я откопала переводчиков, финских переводчиков Толстого. Это было вообще... Я позвонила другу, который учился вместе со мной на подфаке, старше меня, и который живет в Финляндии. Он сам из Италии, из Люксембурга, но итальянской части. Я ему говорю, ты не можешь мне помочь откопать так, переводчиков русской литературы. И он мне дал телефон. Я с этой дамой поговорила на французском языке. Она мне обещала отправить список переводчиков русской литературы. И она мне отправила целый список. Там было 10 или 15 переводчиков. Но просто список и имейл. Я же не знала, кто из них перевел Толстого. Я сидела по интернету и набирала вот эти имена, допустим, Аэробалк. И там по произведениям я видела, если Иван Ильич, значит, естественно, Толстой. Если Анна Каренина, тоже Толстой. Потому что невозможно было как-то узнавать другие слова. Я не знаю, как «Война и мир» по-фински. И не знаю. Но если было Иван Ильич, там Анна Каренина, или, я не знаю, Холстомер, вот тогда эти переводчики переводили Толстого. Я тогда им писала письмо. И уже потом, первый год действительно трудно было, потому что вот были такие языки, как венгерский, финский и так далее, где очень трудно было понять, кто есть кто. А потом уже легче, потому что этот тебе говорит о другом переводчике, там они сами переводчики знают друг друга в своих странах, и уже как-то легче стало. Мы свели на одной площадке здесь, в Ясной Поляне, людей, которые, может быть, даже не знали друг друга, но которые в разных странах делают одно дело. Они делают более доступным тексты великого Толстого на разные языки. Я очень дорожу этим проектом. Мне кажется, что это одно из таких замечательных начинаний последних лет. Я каждый раз говорю о том, что вообще переводческий труд считаю одним из самых благородных. Труд, соединяющий людей, соединяющий разные культуры, дающий возможность людям одного языка и одной культуры познакомиться с лучшим, что делается в другом языке и в другой культуре, в другой литературе. Год от года семинар набирает силу и становится все интереснее и интереснее. В прошлом году, когда я составляла программу, думала, как интересно, какая интересная программа. В этом году я составляю программу и думаю, ну просто дух захватывает, какие интересные доклады, какие интересные участники. Все доклады, посвященные переводам произведений Толстого, они в нашей программе замечательно, органично укладываются в контекст русской литературы. Таких писателей, как Грибоедов, Пушкин, Достоевский, его младшие современники Чехов и Марина Цветаева. В программе замечательные доклады о русской сказке, о теории перевода. Когда Владимир Ильич мне сказал, что хорошо, я, наверное, достала, да? Хорошо, пусть будет твой семинар, только ты все делаешь, а мы просто тебе инфраструктуру даем, да? Вот я тогда действительно поняла, что что-то я сделала, что я, может быть, не по силам. И начала действительно искать переводчиков и так далее. А первый семинар мне поставили условие, что должен быть просто по Толстому. И мы делали просто по Толстому. Потом второй семинар я хотела обязательно, чтобы Цветаева звучала. Просто для меня это было очень важно. И решила просто как-то... сказать Гале и Владимиру Ильичу, что русская литература не состоит из одного Толстого, и это семинар переводчиков русской литературы, так что надо давать возможности, чтобы было в основном 19 век, потом Серебряный век, и современников пока мы не очень допустили. А потом все-таки расширяется. Вот мы дошли в этом семинаре, вот вы были свидетелями, до фольклора. Да? Теперь уже я поняла, во-первых, что как должно быть каждое заседание, да, что интересно в каждом заседании.
Потом уже для меня очень важно, что есть вот это то, что, как называется по-русски, наверное, сердцевина, да, семинара. Вот есть определенные люди. Костяк. Костяк. Над которых я могу положиться. Это есть Кандида, это есть, естественно, Лена, это есть мои молодые люди, Хоакин, который в этом году не приехал. Вот это люди, на которых я могу полагать. Я знаю, что они всегда будут покрывать там, если есть дырка, да, в семинаре, они сразу покрывают. Вот это, и это помогает расти. И вот в этом году аргентинец придумал про говорящие фамилии Чехова, естественно, было хорошо. И есть люди, которые просто говорят, подсказывай, как ты думаешь, о чем можно говорить. И тогда вот я подсказываю, уже глядя на другие доклады, да, чтобы дополнять эти доклады, или наоборот, если есть не хватает одной темы, то можно на эту тему, вот как-то так, потихонечку. Я поняла, что очень важно, чтобы был мастер-класс в каждом заседании, или хотя бы один мастер-класс в день. Я поняла это благодаря аргентинцу, который нечаянно сделал мастер-класс. То есть я его попросила доклад, он не понял, наверное, что я от него хочу, и он сделал мастер-класс. И это было настолько оживленно и хорошо, да, что у Элен было хорошо, у него было хорошо, и мы решили на следующий год, чтобы было 3 мастер-класса, один в каждый день. Потому что тогда люди участвуют. И это, ну, вы же видели, как они кричат, и как-то действительно участвуют. Смотри, Елена Ри, очень интересно, она нам дала кусочек там, где роды в Ане Карениной. Ты был? Да, был. И, значит, она спрашивает, просто такой очень простой вопрос. Кто здесь главное лицо? То есть о ком идет речь? Кого описывает Толстой? Кто действующее лицо? Мы читаем, а потом о ком это шло? Это как, помнишь, это было члены, нет, части тела, да? То глаза, то лоб, то... Так написано, что это действительно от них как бы идет, это так интересно. И это только обнаруживаешь, когда на самом деле читаешь, потому что задумываешься, как это переводить, о чем тут? Я вам предлагаю вот такой подход, что мы как-то вместе обсуждали и выбрали линии, то, что наш теоретик Антуан Берман называет действительно линией перевода. А тут есть очень такая важная и очевидная вот линия перевода. Поднятые руки просили его рук. По-французски просто не получается. У итальянцев такая же проблема, у испанцев такая же проблема. То есть я думаю, здесь у всех проблема, конечно. Нет, здесь я не знаю, как у финнов, например. Нет, на английском, например, мне сейчас на английском. На английском нету, потому что his and her. His and her. Значит, нету такой проблемы. Обратите внимание на глаголы. На глаголы, вот кто в этом тексте действует? Не Кити. Действует абсолютно не персонажи, для того, чтобы вот перевести вот этот текст, надо понять, что это театр тела. Встает ужасный, ни на что не похожий крик. Вот, и все. Это и есть линия перевода. Вот самое трудное – это перевести текст. Понимая это, но без как-то, без внутреннего как-то комментария. Иногда Ленке задают такие вопросы, которые просто непонятно, да? Вот тебе самой очень трудно. Это классно. Ну, после мастер-класса Андрея Марковича я поняла, что вообще писатель, в смысле переводчик, это самый внимательный читатель. Так безумно слушать, на что люди обращают внимание, какие вопросы задают. И тогда ты погружаешься в текст не просто как в текст вот информационный, а как в парк, я не знаю, как в 3D такой, знаешь. Со всеми этими ощущениями, ну просто потрясающе. И, конечно, возникает азарт, интерес вот просто еще раз перечитать, пересмотреть. И уже стыковка с жизнью какая-то. Когда ты будешь бежать, чтобы догнать. Вот это потрясающе. Все откровенно, все, конечно, не то. Какие-то откровения такие. Ну почему мерить шаги? Потом, ведь шаг по-русски не только шаг, а решение. Решиться на шаг. И значит, шаг, то есть все ходят, и когда делают что-то, они тоже ходят.
Причем они не только ходят, но они ступают. И они иногда переступают. И преступление – это переступление. Ты переступил. Мы, переводчики, люди все-таки творческие, конечно, понимаешь? Это мы не профессора. Есть, которые преподают, но в основном переводчики – это люди, которые подходят с творческой точки зрения к тексту и вообще к жизни. Поэтому мне нравится так, что один может говорить дальше, если интересно, потом дискуссия. В прошлом году мне, я не знаю почему, помнишь, Ленка, не давали мне задавать вопросы. После заседания уже вопрос я остыл. Нет, я в этом году просто настаивала на то, что неважно, после доклада пусть будут вопросы. Потому что иначе... Ну, но не при... Это все, понимаешь, нужно все очень потихонечку, потому что атмосфера совсем другая в Ясной Поляне и вообще в семинарах. Должно быть все это так, а я-то не такая. Я не получилось бы у меня. Переводчик – это удивительная, скажем, профессия. С одной стороны, ты должен обязательно, как ты сказала, быть творческим человеком, это обязательно. С другой стороны, ты должен остаться как можно близко к тексту тому, который ты переводишь. То есть у тебя есть, с одной стороны, рамки, с другой стороны, ты должен выплеснуться весь и в то же время остаться в этих рамках. То есть вот такое, мне кажется, биение, которое вот... и зажимает со всех сторон, в то же время надо отдаться и не уйти от темы и вообще. То есть, мне кажется, это вообще очень... Даже это труднее, мне кажется, чем быть писателем. Но я имею в виду по задача. Или можно одну психологическую энциклопедию. Она такая. Формат А4, огромная. Это делала 2 года. Это так страшно переводить такую огромную книгу, потому что конца не видно. Если бы 10, я перевела, это было бы легче, чем эту одну огромную книжку. Это страшно. Это действительно не полно. Динозавр. И сколько лет? Мама. И сколько лет ушло на это? 2 года. Такая, думаю, что там 3-4 тысячи страниц нормальных. И конца не видно. Работаешь, как слон. Ничего. Ну как? Ну, процесс всегда самый лучший. Конечно, это художественный перевод. А вот процесс все-таки, мне кажется, что когда ты что-то до конца сделаешь огромное, так жалко расставаться. Так жалко, потому что самый кайф, когда ты где-то в процессе. Ну, другое, потом берешься за другое, опять. Я не знаю, как у вас. У меня, когда кончаю одну такую большую существенную книгу, у меня просто пустота. Да, именно вот такой, да. Я ничем не могу заниматься в течение дней. Да, потому что это упорядочит жизнь, когда ты переводишь что-то. Ты уже знаешь, утром ты встаешь, ты вот кофе попьешь, потом сядешь, вот это самое. Все знаешь точно. А вдруг вот это самое, нету этого перевода. Не только это. И потом эта книга, ты же с книгой разговариваешь. Да. Даже вот порой кажется, что с другими людьми разговариваешь, и как бы это чуть-чуть мешает. А с книгой так хорошо. Если вы заметили, все равно после семинара речь все время идет о переводе. Почему культурная программа очень важна? Потому что русский язык – это... особенно сложный язык, да, это тебе для нас, допустим, романоязычных, для испаноязычных французский язык может быть трудный, но не настолько, как русский и так далее. Это, во-первых, это очень трудный язык чисто с точки зрения языкового, да, вот. А еще Россия очень загадочная страна и очень трудная, и поэтому для нас очень важно, чтобы наши переводчики могли быть здесь, да, вот. И как-то то, что вот, видишь, вот чехи все записывают, новые слова. Да. Как называется, что, как это очень важно для переводчика. А для меня это, почему вот тоже первый год был один день, второй год тоже один день. А я поняла, что как раз когда мы уже расслабляемся, да, вот пошла работа. И вот мы просто встречаемся и разговариваем. Это очень важно. Вот этим отличается мой семинар от других семинаров переводчиков в мире.
У меня всегда проблема с ягодами. Ягодами. Вы в России имеете кучу разных. Разные. Какая разница между черникой и голубикой? А потом, как по-итальянски, морожка. А морожки нет там. Там только на севере морожка. Да. Ну как можно переводить? Никак. Морожка. Последние слова Путина, да? Да. Ну, морожка, морожка. А по-итальянски тоже переводить? Ну, просто сказать морожка. Too many cooks, too many cooks. But that's also не все про ту масленицу. You cannot enjoy every day of the week. So, which means not every day is Christmas. Not every day is Sunday. Or after the dinner comes the reckoning. Прекрасный вы, поля земли родной, еще прекрасные ваши непогоды. Зима сходна в ней с первой зимой, как с первыми людьми ее народы. Туман здесь одевает небосводы, и степь раскинулась лиловой пеленой. И так она свежа, и так ранняя с душой, как будто создана лишь для свободы. Цель на самом деле вот в человеческом общении, в моем семинаре, вот это вот именно... Чтобы они познакомились друг с другом, потому что не думай, что не так. Иногда кандида мне пишет, как бы ты перевела такое слово, да, или я вот напишу, как бы вот уже создалось вот это, что мы можем писать друг другу, как ты это понимаешь. Это не важно, что она итальянка или другая там венгерка или там. Все-таки есть вот эта вот команда. Братство. Да? Братство, да, братство, да. Переводчиков. Я 3 раза или 4, не помню, была в Арле. Во Франции, на юге Франции. Очень интересно. Элена Ри как раз меня туда приглашала. Очень интересно. Там это переводы на французский язык из со всего мира. Вот. А у них тоже очень интересная программа. Я там бывала пару раз. Потом есть у нас тоже в Испании такие встречи переводчиков. Вот. В этом году я еду в Мексику тоже на встречи переводчиков. Ни в каком другом... Вместе в мире есть вот то, что мы себе позволяем. 2, 3, 4 дня культурной программы. Такого нет, это только в России. Видишь, мы уже и у Шолохова, и здесь 3-4 дня. Я надеюсь, что получится и в следующем году. Я уже начала думать, да, через год, но надо как-то заранее планировать. У литературы существует только один пласт, который ты читаешь глазами. Когда ты возишь людей по... вот этим местам, да, усадьбам, домам, музеям, что тоже важно. Возникает еще зрительное ощущение. Глубина. Так название каких-то предметов, быта. Конечно, конечно. Само пространство, то, что они здесь пытаются эти дубы. А еще есть и звуковое, фонетическое, в чем они жили. Какие песни пели, какие танцы танцевали. Тогда это возникает объемная, совершенно объемная картинка. Я здесь наслаждался 2 вещами. Когда человек делает искусство, своей профессии. Вот это наблюдать за этим мастерством было чистое наслаждение, как переливалась мысль, как она переходила, игра смыслов, игра слов. Вот. Это первое. И второе, я наслаждался людьми, потому что замечательные, интересные люди. И видна судьба каждого, и язык каждого. И все настолько были дружелюбно открыты друг другу. Вот этот вот эффект дружелюбия и такого общения человеческого возникает на этих семинарах, я не первый раз, постоянно. И в чем тут секрет, я даже не знаю. Кто первый? Я понимаю роль Сельмы, но в этом должны участвовать многие, потому что Сельма бы не справилась. Вот это вот наслаждение людьми, их судьбами, их характерами, их общением с ними, узнаванием людей, было интереснее книг. Все мы хорошие люди, все люди хорошие. Но на этом месте, в Ясной Поляне, именно эти наши качества проявляются. Поэтому мы такие хорошие друзья, я уверена. А на другом месте, может быть, может быть кто-то из нас не такой хороший, но здесь только самые хорошие наши качества проявляются. Уже в заключении хотела бы, как могу, ответить Шенталинскому. Он говорит, я не знаю, где заключается секрет, да, почему такая атмосфера с года в год, и все время мы здесь как семья на самом деле –
и все время как-то уже мы близки, и вот приезжают люди совершенно новые, как наши финны, как наши эрлены, и через день они уже чувствуются членами этой большой семьи. Я думаю, что секрет – это даже не секрет, и это оно находится в каждом из нас. Я думаю, что у каждого из нас, когда мы приезжаем сюда, есть интерес в том, чтобы каждый здесь чувствовал себя как дома. Мне кажется, что вот секрет в этом. Переводчики – одни из немногих творческих людей, в частности, музыканты тоже к ним относятся, которым интересно быть вместе. Да-да-да. Писателям не очень, художникам не очень, там кому-то, даже артистам иногда тесно бывает вдвоем. А музыканты, они, в общем, по жизни по-хорошему обречены работать в коллективе, потому что, ну, такая история музыкантов. И переводчики, потому что не обмениваясь информацией, не попав вот в этот круг, в эту атмосферу, мне кажется, очень трудно самому по себе быть переводчиком, не зная, что делают другие, не интересуясь этим. Поэтому... Нет, я думаю, что действительно семинар обогащает всех нас. Конечно. Действительно. И задумываешься на какие-то вопросы. Новые повороты, новые мысли, новые идеи. Абсолютно, конечно. Абсолютно. Я каждый год уезжаю с таким чувством, что надо это переделать, я тут не это сделала, так надо так. И все как-то переосмысливаем предыдущие работы. Это же классно. Me gusta el sol Alicia y los palos, el bien cigarro. Y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones de volar. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi calor de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Мне нравится улыбка, золотое небо и та земля, в которой еще не был мой шаг, прошедший уже сотни миль, и тихий день на берегу. Любимого живого и родного моря, с которым можно вместе петь и спорить, нырять в глубины, словно в небо, и верить в то, что я могу. Взмахнуть крылом и напролом в родную высь, как в отчий дом, ворваться диким сорванцом и быть птенцом. Всему живому на земле и звездам, тающим во мгле, и этой радостью двоих в глазах твоих. Ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
взмахнуть крылом и напролом в родную высь, как в отчий дом, ворваться диким сорванцом и быть птенцом. Всему живому на земле и звездам, тающим во мгле, и этой радостью твоих в глазах твоих. Есть какие-то такие мистические вещи, которые трудно объяснить. Вот ушли все гении. И Акуджава ушел, и Шостакович ушел. И вдруг оказалось, что это гораздо больше важно для страны, чем экономика, чем там ВВП и все прочее. Есть какие-то силы, которые все это держат. И когда они перестают держать, и оказывается, что их нечем заменить. Можно, скажем, сказать, ребят, да не нужны нам эти все толстые и Гоголи, и все прочее. И страна разваливается, ну вот как Европа сейчас разваливается. Чехов сказал фразу, которую мало кто на нее обратил внимание. Он сказал, вот Толстой умрет, и Россия развалится. Не из-за Распутина, не из-за там Столыпина и так далее. А он сказал, Толстой умрет, и Россия развалится. Потому что вот на этом голосе все это держалось. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. Меня не будет. Старик говорил нам добро. Прощайте, будет.